Всем добрый день! Вы на канале «Экзоты дома» и сегодня мой ролик о пепинах. Мне много задают вопросы, что с пепиной делать зимой, с саженцем. Вот я хочу рассказать, показать, что делаю я. Каждый садовод это делает по-своему, но вот что делаю я. Вот этот саженец был выкопан из грунта, но так как он с плодами, я его пересадила в горшок. Какие-то плоды мы сняли, съели они уже, эти поспели, эти висят, дозревают. Ну, хочу посмотреть, пусть они еще повисят. И потом я их сниму. Куст будет срезан под корень. Вот прям вот так я его буду обрезать, чтобы он дал новую поросль. Здесь вот у меня еще один куст. Он был выкопан с плодами тоже. Плоды мы уже сняли. Теперь этот куст нужно обрезать. Все, я здесь срежу. Он будет обрезан под корень. И будем ждать новых побегов, новых приростов, потому как вот это все старое, оно для будущего урожая не нужно, он даст новые побеги. Здесь я куст еще один, я выкопала его прям с цветами, он цвел завязями. Вот он у меня растет в горшке, но думаю, что как бы уже они не вызреют, то что у меня в теплице недостаточное освещение, недостаточно тепло. Ну пока растет, пусть себе растет. С него я беру черенки для укоренения. Сейчас осень, они укореняются более-менее нормально. Вот куст у меня был срезан сразу. То есть, как я его выкопала из грунта, пересадила в горшок, я сразу все посрезала. Вот пенечки. И вот он дал уже новые побеги. Ну, я прям не под самый корень, я, конечно, не так сказала. Немножко оставляю, чтобы где росли побеги. Вот он дал уже новые побеги, новую поросль. Тоже она будет срезана, я ее на укоренение. К весне он еще, он отрастает, если ему комфортно. Ближе к весне я его в теплое помещение перенесу, и ему будет там более комфортно, и он даст более такие мощные побеги. Будет освещение лучше. Сейчас он у меня стоит вот в теплице на полу. Но, тем не менее, вот он начал уже наращивать зеленую массу. У меня их несколько. Ну, здесь тоже их надо срезать, потому как это еще побеги с улицы, ну, как бы я их срезаю. Вот тоже растение было срезано, оставлены только пенечки. И вот оно уже начало наращивать новую массу листовую. Здесь у меня осеннее укоренение стоят, саженцы, так как летом оно достаточно жарко и плохо укореняется, как бы я пыталась, но очень долго. А осенью, весной укореняется замечательно. Вот эти я перед тем, как пересаживать все в горшки с грунта, с улицы, я вот наломала пасынков, поставила их в воду, они пустили корни, вот пересадила в грунт. То есть в воде достаточно хорошо пепина укореняется. Поэтому повторюсь, кто хочет и желает выращивать пепина, выращивает. Вот сейчас, если мы приобретаем саженец, то в таком виде он у нас стоит в тепле, в светле. Ну, можно, если сильно будет расти, можно обламывать, укоренять черенки, потому как он будет, ну, большим, он достаточно большим, может до метра расти. И к весне будет несколько у вас саженцев. Если вы уже выращиваете второй год, то, ну, а весной высаживаем грунт, то выкапываем, срезаем старые листья и побеги. Ну, примерно вот вставляем все-таки сантиметров, наверное, 15, а то я говорила, под корень, это образно, сантиметров 10-15 от корня я оставляю. Срезаем, и пепина наращивает новую зеленую массу. Так что, кто желает, не бойтесь, оно непривередливое, подкормить, опрыскать от вредителей, ну, почти как помидоры. Так что, заходите на мой канал. Подписывайтесь, будем вместе с вами растить пепины и другие растения, которых у меня много. Всем пока-пока, удачи, хорошего дня!